Большому микрорайону большой детский сад. Во вторник вице-губернатор региона Александр Фомин проинспектировал ход строительства детского сада в местечке Авдотино. Работы начались в сентябре прошлого года, и большая их часть уже позади. Мы в графике, стадия наружной сети проложена, коробка возведена, кровля сделана, запущено отопление. Сейчас начата отделочная работа, штукатурка, малярные работы. Детский сад обойдется бюджету в 156 миллионов рублей. Из них 122 миллиона – федеральные средства. Из областного бюджета 30 миллионов и 4 миллиона рублей – из местного. Планируется, что уже к июню сад на 220 мест будет полностью достроен. Однако работать учреждение начнет не сразу. Лицензирование сада, набор персонала. Все эти бюрократические проволочки занимают время. По словам Александра Фомина, задача чиновников – ускорить этот процесс. Вот эти работы я как раз просил скоординировать так, чтобы действительно с начала учебного года садик заработал. Это вполне, на мой взгляд, реально. 220 мест для этого района, кругом строятся огромные дома, даже этого будет мало. Я думаю, что тут надо думать еще и над следующим садиком, но затягивать сводом этого просто нельзя. Пока еще сложно увидеть в этой бетонной коробке детский сад, но подрядчик и чиновники уверяют, уже через полгода в этих коридорах зазвенят детские голоса. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.